приветствую, и давайте же посмотрим, как тут у нас в, не знаю, там, semi-final сражаются. 100 000, 130 000. Итачи, а тут этот, Акула Кисаме. А странно, что он не смог интераптить Кисаме Акулу, он же, наверное, мог это как раз сделать. Ну блин, Итачи — это уже заявка на победу. Ну да, конечно. Хотя смотрите, 10 комбо прописал. Красавчик. А зачем он киллер Абисс Итачи со стенами поставил? Ну и Итачи, говорят, автоатака крутая. Блин, ну если ты проиграешь с Итачи чуваку этому, это будет не очень круто, на самом-то деле. И где твоя эта восстанавливалка, я не понял. Что за бред? У тебя же 130, чувак. А у тебя всего лишь 108. Странно. Нет! Чувак, ты что, вообще не сражаешься или что такое? Что за бред? Не, ну это неинтересно. Эх, а еще кто-то будет сражаться? Ладно, пока что давайте выключим звук. Кстати, я Bully of the Battlefield, и я могу вам показать еще кое-что. Смотрите, у меня 18 фрагов. Ха-ха-ха. И, естественно, 16 рефайновых, то есть 18 рефайн рун. Где тут они? Вот, 16? А, ну да, по-моему, 16. Ну, короче, тем не менее, это довольно круто. Я считаю так. Эй, кто-нибудь сражается? Вот, сражаются. Короче, нас поставили в это. Меня поставили, так как я 85 уровня, с более мелкими уровнями. И это довольно круто. То есть теперь я, возможно, буду очень много рефайн рун фармить. А это мне пригодится, знаете ли. Надо еще больше сейвить опыт. А здесь кто у нас? А, это у нас Джинчурики команда. Ну да, Маскедмен тут здесь ему не поможет. Вот правда, Итачи довольно опасный пацанчик. А сколько у них мощи? Блин, ну тут 120 и 130. Блин, ну 130 это вообще жесть. Смотрите, сколько контроля. Тут только вот с такими командами Джинчуриков и орудовать, скажем так. Эпс. Ненавижу тебя, Эпс. Ха-ха-ха, инициатива очень большая. Ну, дамажить он будет сейчас не так уж и сильно. Правда, Наруто Курама тоже дамажит не так уж и сильно. Ну да ладно. Ну же, зато Шисуя можно заблокировать. Правда, поздно. А, вот еще и Чиз, смотрите, сработал. Неплохо. Очень неплохая команда, кстати. Она реализует Чиз Роши. Если Наруто Курама мне выпадет, может, я ее буду использовать. Всего-то нужно Курзет Хидана заменить на этого и перейти на землю. Ну, правда, у нее урон, ну, не знаю. Урон может быть как большой, так и маленький у нее, если честно. Смотрите, они довольно на равных. Работают эти команды. Очень плохо, у Роши маловато хп. Бамс. Довольно мощно. Да, no combo after Шисуи.
Не, ну здесь я так чувствую, Итачи не спасет. Видите, Итачи уже не такой уж и крутой. Да. Этот Наруто Курама, он каждый ход свою обилку юзает просто. Жесть. Ай. А чё он... Что, блин? Да Наруто Кураму нужно было прерывать, чувак. Все, Эпсу пизда. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Жесть, это просто... Это просто какое-то издевательство. Мне тебя жалко, чувак. Но, похоже, тебе не выиграть. Так. О! О, Курзет Хидан, смотрите, он с этой командой справляется хорошо. Смотрите, спокойненько стоит и вот этих вот всех убивает. 169? А нет, не убьет. Блин, он щитанулся. 140 и 160. Вот смотрите, этот чувак, вот этого вот чувака, при том, что у этого чувака больше мощи, довольно-таки неплохо продамажил. Хотя чувствую, сейчас все закончится здесь. Все-таки надо было как-то, не знаю, слабовато против такого, особенно если у врага больше дамага. Так у него еще и вот эта вот фигня, ну то есть нет атаки. Чакру генерирует. Нафиг ему чакру генерировать, чувак. Хотя можно попробовать. А, не, да. В следующем ходу надо было попробовать. Так. А чё ты ГГ не бьешь, чувак? Чувак. А, не, вот, смотрите, неплохо. ГГ убили. Вот будет прикольно. Вот, смотрите, моя команда. То есть вот эта вот команда выносит команду с Итачи и другими чуваками, ниндзями, с Шисуи и так далее. А моя команда выносит эту команду. Старая, ужасная команда. Старая и ужасная. Ицахама. Кстати, неплохо себя проявляет, блин. Нет, живи! Есть, он выживет! Он выживет! Или нет? Ну да ладно. Роши пофигу. Роши на все вообще пофигу. Просто доживи еще пару ходов и все. А нет! Больно будет же! Ой, как больно. Живи! Есть! Все, пизда! Да, да! Нифига себе! Победил того, кто больше его по мощи. 170, а у этого 150. То есть, как вы видите, моя команда победила команду на 20 мощи больше нее. И при этом, как вы видите, из каких ниндзя состоящую. Вот так вот, вот так вот. Чтоб вы не говорили, что моя команда типа плохая, переходи там на какую-то другую, там еще что-то. Ну, Эда Блиц команда тоже, конечно, крутая. Так, тут Саски... Тут что-то какая-то замес был, но я так и не заметил. Тут, то есть Саски Сусана бесполезны абсолютно. Неудивительно, что он проигрывает здесь. Минато, Мадара, ну ни хрена себе, сколько всяких ниндзя закомбил. У всех Шисуи, просто вообще. Шисуи это самый распространенный ниндзя сейчас у нас. Ну еще и Тачи Сусана, конечно же. Так, смотрим. Тут есть что-то новое? Порадуй меня. Опять то же самое. Ну тебя ж так победили уже. Я даже не буду показывать. Может, у кого-то в другом месте поменялись команды. Хотя чую, что это вряд ли случится. Ага, это Блиц. Правда, блин, лучше бы ты, наверное, с Данзо
О, смотрите, запросто. В этот раз этот чувак вот этого запросто победил. Венни 130, а у этого 108. Красава. Хотя, чё у него типа стоит? Он здесь? Ну вот, смотрите, просто чики-брыки и в дамке. И все. Чики-брыки и в дамке, я шатал ваших мамки. Я шатал ваших мамки. Вот здесь была напряженная битва. Ага. Блин, тут и тачи, и кого только нет. А у этого чувака маловато. Я не знаю, пицца... Это пицца, не пицца. Ну, в смысле того, который... Типа пицца. Вот это вообще какой-то жесткий совершенно донатор. Непонятно, откуда он взялся. И все, короче, у него ниндзя уже есть. И мощи до херища. Короче, ужас какой-то. Мне фри-ту-плей еще куда него далеко пока что. Бэмс. Нет, ну чую, теперь он типа проиграет. Это кто там? Чей Шисуй тут начинает всякую хрень творить? А, понял. Все понятно. Чё, у него есть шансы? Вот это будет прикол, если он... Чё, ты тачи вообще какой-то бесполезный? Да, реально. Реально. 2-1 или как это называется? Хотя, блин, сейчас как-то упанет, будет очень больно. Да, очень больно, я смотрю. Блин, и тачи сейчас всех поубивают, да? Хотя нет, и тачи долбоёб. Ну, впрочем, ничего нового. Но зато Шисуй, блин, не долбоёб. Ах! Это было близко. Но, к сожалению, у тебя нет шансов. У него слишком много крутых ниндзя, чувак. Ну? А, все, уже, короче, все посражались. Ну, короче, мне тоже есть чем заняться, поэтому я с вами как бы прощаюсь. И, в общем-то, я рад, что я снова буду со слабенькими 70-ми уровнями в Sage World Battlefield. Всем пока-пока.